5 вышеописанных четверостиший, 20 строк зарифмованных между собой, свидетельствуют о мосте, как в историю ушедшем. А свидетели его помилованы неживом, он продолжает мемуары детства. Вчера вернулся путешественник на древние места, переоценивал по-новому старинное наследство. По-прежнему на этом месте тишина чиста. Потрескавшийся Инди монументальный скимин, воздухом окрашен в малахитовый оттенок, неподвижен и вблизи огромен. Сырем зверей из камня любуюсь, как ребенок, ограждена теперь забором теплица. Сколько приключений нас с ней соединяет. Со страхом высоты боролась лестница. Ностальгия беззаботных лет душу согревает. Теплица на фонтан взирая через ограждение. Их отношения не изменились. Предметы старины достойны не скупого уважения. Они как дежавю в реальности явились. Памятное шествие мимо гостиницы. Слуховая память распознала диалект. Курортница детей идти просила в номер с улицы. Слова намного меньше значат, чем акцент. Чкалово постамент в пальто закутан. Руки согревают из бетона рукавицы. Здравия желаю, Валерий Палыч, прошептал ему в тот момент. В борьбе с воспоминанием бессильна немощь. Холод перебороть меня не смог. Герой неодушевленный все еще зовет на помощь того, который завершает эпилог.